Поэтому потуги нашего президента – это тоже, знаете, пуху накидывают на себя сотрудники Кремля. Не президент, а сотрудники Кремля, которые пытаются рулить сегодня народом и выпустили вот это постановление в связи с тем, что на сегодняшний день, на завтра уже прекращается финансирование всех наук. Мы, друзья, с вами много говорим о том, что накручивается информация вокруг Украины, и что Украина – это сбор такой негативной информации, будет война, не будет, и российские СМИ обвиняют американскую разведку и американский Госдеп в накручивании информации негативной вокруг Украины. И сам Зеленский-то точно не знает, будет война, не будет. Один день он говорит, будет, другой день он говорит, не будет. Мы можем, конечно, только, знаете, так пожимать плечами и думать, будет, не будет, на ромашке будет, не будет. Знаете, давайте возьмем ромашку и будем гадать, в конце концов, на ромашке. Но прежде чем начнем гадать на ромашке, давайте, друзья, обратимся к действиям Путина. И тогда нам будет понятно, будет, не будет. Итак, Путин поручил готовить науку к международной изоляции. Северокорейская идея Чукче о полном самообеспечении продолжает победное шествие по коридорам кремлевской власти вслед за поручением. Отказаться от импорта программного обеспечения. Об этом мы с вами говорили. Есть 2 недели назад у нас видеоролик. И о том, что нужно его заменить отечественными. Но не получается. Отечественными уже много лет подряд, оказывается, меняют, заменяют. Уже с 2016 года. Сегодня ого-го, 2022. 6 лет, и ничего не получилось. Никто не смог ничего сделать. Вероятно, так работает наука у нас. Наверное, все умные головы улетели, летят перелетные птицы. Вот так и наши перелетные птицы, умные головы улетают там, где лучше жить. И это естественно. Друзья, многие из вас, кто сидит и думает, что негоже улетать, потому что нужно в своей стране, но если своя страна – это мачеха, то зачем нам кого-то осуждать? Давайте как каждый на себя, и никого не осуждайте. Иначе я буду зачитывать одну и ту же ремарку в каждом видеоролике. В постели мы психологи, на кухне политики, в сети философы. И только в жизни, как были идиотами, так ими и остаемся. Вот такая ремарка, поэтому, друзья, в этой связи давайте никого не осуждать, мы даем только аналитику, мы не осуждаем никого. Поэтому, друзья, еще раз вам напоминаю, что президент дал поручение постепенно отказаться от импорта программного обеспечения, заменить отечественными аналогами критическое промышленное оборудование, перевести россиян преимущественно на поездки внутри страны. Зачем? Почему? Снова железный занавес? На такие призывы Путина надо обращать внимание. Это же не просто так. Почему вдруг все заменить на российское и тем более поездки заменить на поездки внутри страны? Куда вы поедете? В грязный Крым? Вонючий, где вся канализация спускается в море, где обворовывают, крадут. И не буду рассказывать про Крым, друзья, там просто кошмар какой творится. Сделаю отдельный, может быть, ролик, сейчас не буду, неинтересно мне. Уже неинтересно говорить о том, где совсем все плохо, и объявлять, что становится еще хуже, совсем неинтересно. Итак, друзья, Владимир Путин анонсировал волну импортозамещения в науке. По итогам заседания Госсовета и Совета по науке и образованию Путин поручил разработать программу отечественного производства
научных приборов взамен иностранных, на которые сейчас приходится 80% госзакупок для вузов и исследовательских институтов, 9,5 миллиардов рублей из 12. Конечно, друзья, мы можем сказать, что все это будет, да, все это замечательно. Но как вы думаете заместить 80%? У нас госзакупок идет за границей на научные исследования. Но это невозможно. Это значит, научные исследования остановятся. Все, друзья, все остановится мгновенно и моментально. Не будет никакой науки, а будет снова тот самый плагиат, о котором мы с вами говорим уже несколько раз подряд в моих видеороликах о плагиате. Плагиат – это как визитная карточка Советского Союза. Но раз вы назад в СССР, значит, вы за плагиат, друзья. Ведь СССР, друзья, это нечто общее. Это не значит, вы можете выбрать вот ту самую детальку хорошую, а все остальное пусть плохое куда-то денется. Нет, это все вместе, это всем одним пакетом. Нате, возьмите, это ваше. Поэтому вы должны понимать, что у нас не было никогда науки, у нас ее просто не было. Видите ли, люди, которых все время тюкают по голове, которых держат в страхе, они не имеют возможности создавать никакую науку, никакое искусство. Они вообще ничего не могут. Воровать и переделывать так чуть-чуть под себя возможно, как автомат Калашникова. Откуда? Но... Вы же знаете, что автомат Калашникова... А вот не стыдно было человеку прожить столько лет и с клеймом, что он создатель автомата Калашникова. Но это же совершенно не его. Это же передернули с немецкого. Я думаю, что точно так же и сейчас будет. 80% госзакупок невозможно заменить. Это... Знаете, что называется, птичий свист в лесу, ни о чем. И не будет этого никогда. Это просто физически невозможно. На это нужно положить 10 лет, как минимум. А если никто не собирается положить, значит, что будет? Значит, изымать-то будут, а вот замещать ничем уже не будут. Просто это невозможно. Дорожная карта научного импортозамещения, согласно поручению Путина, должна быть разработана до 1 июля. Но не смешите мои тапочки, какое 1 июля, друзья, и предусматривать производство наиболее востребованных приборов, необходимых расходных материалов и обеспечение сервисного обслуживания производимой продукции. Кроме того, план должен включать подготовку высококвалифицированных кадров и обеспечение проведения научных исследований. Говорится так в документе, опубликованном на сайте Кремля. Переживающее бегство ученых со скоростью 70 тысяч человек в год и финансируемое на уровне бедных восточноевропейских стран. Российская наука занимает в мировом масштабе даже меньшее место, чем российская экономика. Вуаля! Вот вам и подведение всех итогов деятельности. И как раз разговора на тему, способен ли раб быть конструктором многих новых идей, написать новые книги, создать новые произведения. Раб не способен, друзья. Именно поэтому, возможно, выпускали в Америку и в Париж Маяковского, Есенина, Любовь Орлову, Александрова и многих других. Те, кто ездил, те, кто видел другую жизнь, может быть, у них вот этот барьер, Рубикон, они его перешли. А у остальных, кто был в России и жил в России, Рубикон страха не был преодолен никогда. Если вы не преодолели Рубикон страха, то вы не создадите ничего. Именно поэтому весь бизнес, рожденный в России, строился только на убей-продай и больше ни на чем.
Но также и наука работала. Стащи и выдай за свое. Итак, еще раз вам напомню. Бегство ученых со скоростью 70 тысяч человек в год. 70 тысяч человек в год. А наука наша не финансировалась практически вообще. На уровне бедных восточноевропейских стран. При доле ВВП около 3% доля России в мировых изобретениях составляет менее 1%. И продолжает снижаться как в абсолютном, так и относительном выражении. По оценкам Высшей школы экономики, в последние годы российские резиденты регистрировали около 30 тысяч патентов в год, на 3 тысячи меньше, чем в начале 2010 года. По участии в глобальных исследовательских фронтах, то есть кластеров исследований, составляющих передний край науки, Россия откатилась на 26 место в мире и находится ниже Польши и Финляндии. А от лидеров в этих областях США и Китая она отстает в 14 раз. Так о чем мы говорим? А вы говорите, вас воспитали, вам дали. Вот вы неблагодарные, а вы, каждый из вас, сидите на своем месте, и вы благодарны. Вы благодарны за то, что вам дали? Я что-то не вижу. А что вам дали, друзья, на самом деле? Научили читать и писать? Научили фальшивой литературе? Научили фальшивой истории? Фальшивой географии? Фальшивой физике? Фальшивой химии? Что вам дали? Только первые 4 класса ликбеза. Читать и писать. Все. На этом закончилось. А там уже, знаете, каждый сколько смог, столько и взял. У кого какое нутро, да? Вот с этого и нужно начинать. Поэтому, друзья, у нас нет никаких открытий вообще. Мы не занимаемся открытиями. Да, какие-то патенты регистрируются, но это не значит, что они применяемы могут быть в химии, физике, экономике, литературе. Бесполезно. Ни один наш патент толком не работает. А если уже кто-то из ученых и захочет создать что-то настоящее, то он, поверьте, в России регистрировать не будет свой патент. Он найдет возможность выехать на Запад и там зарегистрировать, хотя это стоит больших денег. Так что, друзья, доля России на мировом рынке изобретений рухнула ниже, чем 1%. Это значит, практически ничего не производится. Может быть, там какой-то процент, а где? В какой области? Скажите, какой вагонетке проехать в шахту за углем? Или где? Вы понимаете, менее 1% на огромную страну, которая когда-то составляла 1/6 часть суши, друзья, это просто позор. Поэтому никогда не хвалитесь, нам уже нечем гордиться. Нам просто нечем гордиться. Я не просто так начала тему плагиата, потому хотела показать вам, чем гордиться нам. Чем мы можем гордиться? Ничем. Потому что российские певцы, поэты, писатели, все писатели, абсолютно практически все, все сдирают что-то там на Западе, что-то переводят, кто знает язык и пытается, ну, потому что вы не знаете языка, вы не знаете этих произведений, поэтому и, соответственно, вы ничего другого и не знаете. Здесь еще предстоит очень много разобраться со сказками Пушкина. Это интересный вопрос. На самом деле плагиат был ли Пушкин? Это будет первый вопрос. А второй вопрос, а когда он написал свои сказки? А не написал ли он сказки Пушкина в 50-х годах, друзья? Или в 30-х годах? Мы не знаем. Но уже не похоже, чтобы сказки Пушкина писались во времена Пушкина. Я не видела и не знаю, что писал Пушкин. Знаете почему? Есть одно маленькое «но».
единственная и маленькая. Знаете, Пушкин писал на французском языке. Пушкин никогда не писал на русском языке. Поэтому все рукописи у меня есть. 10 или 12 томник Пушкина есть. Но вот все рукописи, друзья, Пушкина, они якобы написаны на русском языке. А Пушкин не писал на русском. Тогда кто написал эти рукописи, эти портреты Пушкина, который сам себя рисовал? Получается, и это все блеф. Кто-то же нам подсунул это. Одна читательница, слушательница написала сегодня в комментарии к вчерашнему или сегодняшнему видеоролику о плагиате, написала, что она изучала итальянский язык и открыла сказки, одна из которых назывался «Рыбак и его жена». Оказалось, что эта сказка как раз сказка о рыбаке и рыбке. Вот видите, поэтому мы не знаем, кто что взял. Не надо думать, что сказка народная. Народных сказок не бывает. Легенды, конечно, перекладываются из уст в уста. Это бывает, но народных сказок не бывает, друзья. У каждой сказки есть свой автор. Поэтому, коли уж существует сказка о рыбаке и его жене, и написанная явно не в России, то Пушкин, вряд ли это он повторил, друзья. Не верю я в плагиат Пушкина. Просто как бы мне не хочется, наверное, верить. Поэтому не верю. И думаю, что здесь что-то другое. Я думаю, что нас глубоко обманывали и с Пушкиным, как с писателем. Точно так же, как мы обмануты по поводу Льва Толстого, зеркала русской революции. Это какой революции? Кровавой? Ну да, русская революция – это революция разврата и крови. Получается, что, конечно, Лев Толстой – зеркало той самой кроваво-развратной революции. Это да, это я согласна. Но что Лев Толстой не писал «Войну и мир» и «Анну Каренину», я не собираюсь заниматься этим исследованием и тратить свою жизнь и свое время на какой-то блеф, который нам когда-то подсунули. Я знаю, и мне это достаточно, что и «Войну и мир», и «Анну Каренину» написала жена Льва Толстого, но только не сам Лев Толстой. Сделаю одну ремарку. «Война и мир» была выпущена в рукописи жены Толстого через 3 года после его смерти. Вуаля! Вот и все, друзья, этим все сказано. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Поэтому потуги нашего президента – это тоже, знаете, пуху накидывают на себя сотрудники Кремля. Не президент, а сотрудники Кремля, которые пытаются рулить сегодня народом и выпустили вот это постановление в связи с тем, что на сегодняшний день, на завтра уже прекращается финансирование всех наук и всех культурных мероприятий. Да, будете искать якобы замещение импортным деталям, ну да, в нашей стране, в которой их никогда не производили. Это все равно, что Rolls-Royce или Range Rover. Ну что еще, Maybach поискать в отечественном автопроме. Ищите, друзья, ищите. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.